В недавнем интервью на нашем телеканале политик и бизнесмен Мухтар Аблязов рассказывал, как и по чьей инициативе создавался 9 лет назад демократический выбор Казахстана. Это общественное движение, в которое вошли лучшие представители казахстанской элиты и бизнеса, в то время буквально взорвало политическую ситуацию. Власть расправилась с лидерами ДВК жестко. И Мухтар Аблязов, и Галымжан Жикиянов были брошены в тюрьму, где прошли, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Как обращаются с заключенными в казахстанских тюрьмах, как пытают и превращают в рабов, политик рассказал в новом интервью нашему телеканалу. Вы же были и на красной зоне, и на черной зоне. Вот как ваши ощущения? Я тогда очень плохо понимал, что такое красная и черная зона. Это я позже разобрался. Ну, конечно, до самого периода времени. Вы сначала куда попали? Я попал в черную зону, где фактически руководили представители от заключенных, или, как они говорили, от воровского мира, назначались там смотрящие, руководители. Вот. И по всем правилам, по понятиям так называемого этого мира, я был красный. Почему? Потому что я был министром, который подписывал те или иные решения, которые реально влияли на судьбы, скажем, этого мира. Я был их противник. И поэтому, по всей логике событий, я человек, который работал на государственной службе. Ну, это и, насколько я понимаю, у нас соответствующее регулируется законодательством. Я должен был попасть в красную зону, где бывший работник государственной службы содержится. А меня специально перебросили туда. Это было специально, да? Да, я так думаю, что предполагалось, что представители, скажем, этого мира расправятся со мной, как, скажем, я человек был представитель красной зоны, красный мир. Вот. Но так получилось, что в первый же день, когда я попал в черную зону, я сразу же объявил голодовку. Я для себя решил, что я путь избрал, я ни с чем, с тем, что меня эта жизнь сопровождает, не должен соглашаться. Я должен так же продолжать бороться, как на свободе, я должен так же себя вести, но уже в тюрьме. Поэтому вот в рамках того, что я понимал, я сразу объявил голодовку. И выяснилось потом, что это каким-то образом повлияло на мое отношение ко мне со стороны так называемого воровского мира, потому что я боролся вроде против режима, я должен был с ними сотрудничать, потому что человек красный, так называемый, он всегда сотрудничает с режимом, с администрацией. А тут я выразил свой протест. Для них это было очень странно, и поэтому они поняли, что я не красный, оказывается, я против. Собственно, это привело к тому, что начал... Это был 3 августа 2002 года. Наша политическая верхушка была в отпуске. Судя по всему, команда, как встречать, четко не была сформирована. И поэтому руководство зоны, она была в растерянности, она не знала, что делать. Они понимали, что пристальное внимание общества, там депутаты, журналисты, и слышали все, весь этот накал. Но это происходило не там, у них, а в Астане. Все-таки они считали, что они провинция. Вот. И поэтому последовательно появился начальник самой зоны, хозяин, как они называют, потом областное начальство. И все меня убеждали, что мне обязательно надо есть, что я не имею права там это делать. И вообще, почему я это делаю? А что вы требовали? Знаете, ну что может человек требовать? Я говорил, создайте мне нормальные условия, как у вас написано в законе. Ну, потому что я пришел, мне поселили в камеру, где было все разрушено. Там не было ни туалетов рядом, ничего. Там какая-то кривая кровать, окна разбитые, там влажное все, что там лежало на кровати, там на ней. Ну, все было влажное, мокрое. Обычная казахстанская тюрьма. Да, обычная, да. И я для себя решил, что я ничего это не должен принимать. Если я сейчас приму, я буду политически, духовно и морально сломлен. Если завтра я даже выйду на свободу, то сломленный человек никому не нужен. В первую очередь самому себе никому не нужен. Вот. Поэтому, исходя из этого, я, собственно, и объявил голодовку. И решил, что если я погибну, то лучше я так погибну. Но я это не приму. Вот. Ну, собственно, так получилось, что это вызвало симпатия со стороны этого воровского мира, и когда меня, скажем, завели в санчасть, собралась там вся их верхушка, такая первая встреча была ознакомительная. А сколько их было? Ну, я сейчас точно цифру не могу сказать, ну, но их около 10 человек тогда 10 зашло, человек. И там был их там самый главный, там, и все собрались и начали выяснять, типа, брат, ты как ты у нас здесь появился? Разговор по понятию, да? Да, да. Но я очень быстро вжился в эту черную зону и в красную тоже, но как-то со стороны одного заключенного был задан мне вопрос: слушай, ты же вроде был министр, а как ты так вот ходишь с нами тут,
стираешь, там все, там, все так делаешь, ты ничем не отличаешься, чем мы. А на что я говорю: слушай, я всегда жил в таких условиях, я жил в селе, там не было особых условий, мы работали на хлопке круглые сутки, там половину учебного года мы проводили на сельхозработах и в общежитии жил и так далее. Вот это все же так называемое, или в Астану, когда мы приехали, жили там в гостинице, там как-то несколько человек. А поэтому все эти атрибуты, так называемые, они, безусловно, присутствовали и присутствуют. Но я их воспринимаю, вот они есть сегодня, завтра их нет, к этому спокойно отношусь. И все, что ты делаешь, я сам умею делать. Поэтому для них это, конечно, было странно, им казалось, что министр – это человек, который вот за него все делает. Вот. Поэтому, в общем-то, я быстро интегрировался в эту черную зону, стал своим. Вот. Ну и где-то, да, вчера, после позже, меня власть обвиняла в том, что я не только свой, но я еще лидер этого воровского мира, что я преступник. Вчера был на воле, а сегодня преступник среди преступников, потому что они меня приняли, они не ожидали, что, скажем, этот мир меня примет, и я буду, скажем, влиять на решение даже воровского мира. Ну, они как влиять там? Знаете, очень простые вещи, это условия жизни, это питание, это если кого-то в карцер незаконно поместить, если там на те работы направляет. И в этом смысле было влияние, это не какое-то другое влияние, именно простое, связанное с нахождением заключенных в тюрьме. Почему вас перевели в другую зону? Дело в том, что в первой зоне у меня были телефоны, мне удалось, вот в летний период, я понимал, что осенью будет обострение, поэтому я протащил телефоны, там турая, сотовые, такие разные, много было, спрятал в разных местах. И фактически оттуда влиял на принятие решений со стороны лидеров оппозиции. Со мной шли постоянные консультации. Конечно, эти разговоры, они, власть, собственно, сама вылавливала, шли обыски, постоянно там заходили там, батальон или рота солдат, штыками обыски делали, землю рыли. Но, в общем, все было надежно спрятано, и власть беспокоила, что я нахожусь в тюрьме и продолжаю руководить оппозицией. Это первое. Второе, то есть я представлял даже там для них опасность. Второе, что сами заключенные, которые они ожидали, что меня будут преследовать, неожиданно стали моими сторонниками. Более того, там очень интересные вещи происходили. Там агитационная кампания была против меня. Власть там издала книжку, что Мухтар Аблязов, финансовый там мошенник, там, то есть это они в тюрьме распространяли? Они распространяли эти книжки. В тюрьме? В тюрьме, да. Вот в зоне везде. Листовки, что я такой нехороший. То есть это передача на НТВ имеет такого, так сказать, давнего? Да, конечно. Это все происходило на площадке этой зоны. Но они не учитывали психологию людей. Там меня обменяли в краже 500 миллионов тенге. Это на тот момент приблизительно около 3 миллионов долларов. И ко мне приходили заключенные, которые уже, ну, понимаете, по профессии воры. И говорили: братан, слушай, я тут украл-то, там, не знаю, там, 500 долларов, да, и мне дали 8 лет. А ты, кажется, миллионы украл, ты крутой. Поэтому вот эта агитационная кампания, которую проводила власть уже на территории тюрьмы, она была очень, знаете, как сюрреализм, опять же, на территории зоны, она была очень смешно. Вот. То есть они пытались настроить против меня, а люди говорят: о, так ты больше нас украл, так ты вообще герой. То есть то, что на воле плохо, там считалось хорошо. Поэтому в их понимании опять стал... То есть они пиаровцы не просчитали этот эффект, да? Да, ценности многих людей не просчитали. Поэтому, скажем, не достигли цели, чтобы меня убили в зоне. И поэтому, я так понимаю, было принято решение меня выкрасть с этой тюрьмы и перебросить в зону для особо опасных преступников. Почему выкрасить? Перевести или... А потому что для того, чтобы человека перевести, все равно нужны какие-то юридические... скажем, объяснений, да. То есть меня сначала разместили в штрафной изолятор, где я тоже объявил голодовку сразу. Это когда вам объявили о переводе, да? Меня не объявили, меня просто взяли, просто перебросили в штрафной изолятор. Но при этом, значит, заводили ко мне некоторых заключенных, зэков, которые угрожали мне и говорили, что мне нужно покинуть эту зону, уехать в другое место, что из-за меня у них проблемы, что вот внутри зоны
там какие-то проблемы существуют, давление оказывается, что я должен отсюда уехать в другой дом. То есть законных оснований не было, а вот пытались всякими такими способами перевести, да? Да. Чтобы добровольно ушли, да? Да. Вот. Но я, понятно, отказывался, и угрозы не действовали. Затем на 9-й сутки голодовки, ну, видя, что я ослаб, вроде как бы, да, я требовал меня перевести в зону обратно. А тут они разыграли провокацию, меня вывели со штрафного изолятора, и около 10 охранников меня вот так вот обложил, начал охранять. И у всех лица были очень озабоченные и напряженные. Я шел и подшучивал, говорю, что за честь, такое событие, столько людей охраняют меня. Вот, а что это вы меня так охраняете? Впереди я увидел человек 50 заключенных, потом около санчасти какие-то странные перемещения вот некоторых авторитетов, которые со мной были в напряженных отношениях, которые считали, что я влияю вот на массу не так, как они хотели бы, товарские авторитеты. То есть там у меня, к сожалению, были конфликты. Да. Вообще надо знать, что санчасть считается священным местом, и там не должно быть конфликтов, никаких драк, все прочее. Это правило вот этого воровского мира. А я шел в сторону санчасти. И тут, значит, не доходя до территории санчасти, значит, я вижу какие-то перемещения и вижу, что-то готовится. В это время эта колонна резко раздвигается, забегает в этот момент один из авторитетов, Халмет его звали, наносит мне несколько ударов в лицо, уходит, колонна закрывается, человек 50 начинает надвигаться на охраняющих контролеров и топает ногами, качает, изображая, что они сейчас нападают. Меня здесь поднимает вверх. Значит, это напоминает такую театральную постановку. Да, театральная постановка. И вроде бегут, эти заключенные кричат, что они на меня нападут, сейчас убьют. Меня обратно забрасывают в изолятор. И потом пишут бумагу, что его жизни угрожает опасность, и в соответствии с статьей закона там такой-то, его нужно перебросить в другую зону. Вот. Ну и ночью там несколько человек заходит, спецэтап, такие здоровые, по 2 метра мужики. Мне не дают одеваться, сами одевают меня, там вообще руки все время держат. Вот. И когда я вышел, это была зима, это было 27 декабря 2002 года. На улице лежали автоматчики в маскалатах белых. И я слышал, как там с той стороны, где находилась сама зона, огромное количество людей штурмуют, ломают стену. То есть они пытались меня вызволить и перетащить обратно в зону. То есть там, скажем, заключенные понимали, что меня увозят из зоны. Вот. Собственно, таким образом меня вывезли. Вот. И, насколько я знаю, после моего отъезда ввели войска и фактически эту зону ломали. Как говорят на том наречии, превратили его из черной в красную. То есть она попала под контроль администрации. Получается, вас арестовали 27 марта, потом, значит, был суд, вы прибыли в красную, в черную зону, вы прибыли когда, получается? Это у меня 3 августа. 3 августа вы прибыли в черную зону, потом вас перевели зимой в... И 3 января 2003 года я попал в Державинку. Державинка. Это да. Была красная зона? Это красная зона, это считалось место, где фактически убивают заключенных. Вы не можете чуть более подробно рассказать, как вы были в Державинке? Ну, меня везли в поезде, и надо сказать, что тоже было очень интересно. Интересно в каком смысле, что меня охраняло где-то человек 12, как мне люди говорили, которые меня охраняют, что там 2 полковника из МВД, говорили, что я супер опасный преступник, что со мной вообще нельзя разговаривать, что если какое-то время поговорить, он сразу как бы гипнотизирует, вот, да, и в свою веру. Переводит свою веру. Да, и в общем, меня везли в отдельном закутке, такая специально оборудованная камера, а в соседней сидели другие заключенные, где-то по 4, где по 8 человек. И, в общем-то, один из сопровождающих офицеров сказал, слушай, тут, ты, говорят, гипнотизируешь людей, никогда не знал, что, точнее, не видел гипнотизеров, вот мне, могу я с тобой поговорить?
Ну, я посмеялся, говорю, что, слушай, сейчас я за тебя загипнотизирую, и потом что будешь делать? Но он, тем не менее, ему было интересно, и вот он сел, со мной разговаривал, пока мы ехали от Астаны до Державинки. Мы с ним разговаривали, и он мне рассказывал, как они здесь заключенных везут, какие события происходят, как вот при переезде убивают людей, что обычно открывает все камеры, значит, в этом купе уходит сопровождающий, и там происходит каким образом там драки, убийства, там, да, и ну, в дороге убили они, что называется. Что тебя мы будем охранять. Вот. Ну и получилось так, что я просто рассказал, что было. И, конечно, я говорил какие-то простые вещи, которые понятны каждому человеку, рассказывал о преступлении к режиму. И через какое-то время он, по сути дела, стал сочувствующим. Я над ним еще посмеял, сказал, ну вот видишь, я тебя загипнотизировал. Да, и мне потом уже сами заключенные рассказывали, он, кажется, заходил в каждую камеру и говорил, я знаю, что за зона это Державинка, я знаю там, как себя многие ведут. Я вас предупреждаю, что когда вы будете обратно ехать, если я узнаю, что вы каким-то образом к нему применяли какие-то меры физического воздействия или как-то там на него оказывали давление, я вас здесь всех поубиваю. Вот приблизительно такой разговор, это мне рассказали заключенные потом уже в зоне, когда я был. Я не ожидал, что вот он мне такой решительный окажется. А в Державинку, значит, процедура следующая. Вас перегружают в автозак, потом привозят в зону и... По дороге, значит, мы все понимали, куда мы едем, и заключенные были сильно взволнованы. И когда один из заключенных спросил сопровождающих наших там охранников, ну, мы когда приедем и куда мы едем? И он такую фразу произнес, добро пожаловать в ад, и гомерически смеялся. Вы сейчас увидите, куда вы приехали. Вот. Ну и правило там следующее, когда человек выходит из автозака, то... Значит, обычно стоит колонна самих заключенных с двух сторон. И когда заключенный выходит из машины, он должен пробегать мимо этой колонны. Его начинают бить цепями, там, арматурой, там, все прочее. И что называется, кто успел, проскочил, кто не успел, там, его добивают там, в каком-то состоянии. Потом попадает в санчасть, его там приводят в порядок, полускалеченного, потом он выходит собственно, в саму зону. Но когда я попал туда, этого не было. Значит, единственное, что везде горели прожектора, собаки, вот, все вооруженные, автоматчики. Ну, то есть стандартный концлагерь, если вот сейчас посмотришь фильмы сталинского режима, они именно такие. Потом нас повели так называемую баню, где обливали так называемым дустом, нагло брили и дали тоненькое летнее, знаете, такое черное строительное роба, тоненькое, хабешное. На улице был градус 35 градусов мороза, нас мокрыми выставили в колонну. Вот. И я обычно страдаю каким-то именно простудными заболеваниями. Ну вот. Да, и спасибо, да, что и, вот, несмотря на простудные заболевания. Да, и удивительно, сегодня, да. Что вот я там ни разу не заболел. Что на лысо бритый, в легкой ХБ, в кирзевых сапогах, 35 градусов мороза, никакой там одежды другой нет. Как ни странно, я вот там не заболел. А затем попадает заключенный в карантин, и здесь начинает применять те способы воздействия, которые, судя по всему, были разработаны еще давно, в сталинский период. А именно, говорят заключенным, что он подписал соглашение о сотрудничестве. Это бумажка вроде, вот, но там, в связи с тем, что в основном эти люди попадают из черных зон, это в том мире считается, что это неправильно. У нас такая странная ситуация. Вы видите, с какой ситуации, когда... Везде все время нужно что-то подписывать, да, бумажку. То есть, как договор с дьяволом, да? Да, я все время посмеивался над зэками, которые из черных зон, говорил, ну, это же бумажка, ну, подпиши, скажи, держи в кармане фигу, в конце концов. Вот, но те, кто не подписывают, то обычно сразу там физически сбивают, ломают руки, ноги, там человек теряет полностью какое-то разумное состояние. Вот, это... Первый, скажем, день зоны, скажем, избиения происходили, то есть все вокруг меня создавали, то есть что, запугивание. А вам давали такую же бумагу подписывать? Я ничего не помню, чтобы я подписывал, просто вокруг меня всех били, топтали, ломали, и я в этот процесс включался, отбивал их. То есть я так понимал, четко понимал, что это сценарий специально, чтобы на меня запугать и оказать воздействие. Затем... То есть больше морального, да, пока был, да? Сначала, да.
Затем собиралась колонна, и, значит, меня вывели на показ, сказали, вот, видите, он такой негодяй, он, значит, управлял зонами, это вообще беспредельщик, и вот из-за него будет сейчас всех страдать. Всех положили на пол, отжимались, били их палками. В общем, я все это наблюдал. Все происходило на моих глазах, это фактически настраивали заключенных против меня, чтобы они, заключенных, чтобы они меня ненавидели, что вот все их страдания из-за меня. Вот. Ну и я, конечно, там и там тоже не успокаивался. Хотя в тот момент я для себя принял решение, что я буду договариваться, я буду выходить из тюрьмы. Я просто понял, что, скажем, процесс затянулся. Никак мы не могли, я в частности не мог дождаться, чтобы, скажем, какие-то протестные настроения набрали такую силу, чтобы это привело к нашей свободе. Вот, скажем, это, наверное, было, скажем, недооценка в полной мере событий. То есть ощущение того, что вы, если вы сидите, то это бесполезно в какой-то момент? Да, я уже понимал, что, наверное, надо выходить, находить какие-то компромиссы, такие шаги, которые позволили бы мне выйти на свободу и уже, скажем, в другой ситуации, по-другому бороться с этим режимом. Но и потом уже по ходу выяснилось, что одного человека, которого активно избивали, это был мой киллер, как впоследствии он мне признался, и он мне рассказал, что комитетчиком был разработан такой сценарий, зная мой психологический портрет, а именно то, что обострено чувство справедливости, вот что я на все это все реагирую. Этого человека все время избивали, я все время, скажем, за него вступался. Вот, и ну, ты, когда с человеком так себя ведешь, в какой-то момент ты проникаешь к нему сочувствием, он становится тебе близок. И таким образом мне подсадили агента, вот, ну, который должен был, как выяснилось, впоследствии по приказу меня ликвидировать. А в связи с тем, что я в тот момент объявил, что я готов идти на переговоры, что вызвало там шок, скажем, у руководителей исправительной системы, потому что вчера они имели со мной проблемы, там массовые беспорядки в первой зоне, все время там какие-то акции протеста шли, там я был очень беспокойный заключенный. Угу. Вот, а тут неожиданно человек объявил, хорошо, давайте договариваться. Вот, и эта зона была построена следующим образом. Обычно давали кусок хлеба и кипяток на еду. Больше практически ничего. Во всяком случае, тот период до того, как... Это раз в день, да? Или нет, это было три раза в день. Но именно вот такой кусочек хлеба и кипяток. Там никакой там заварки, ничего не было. Вот. Но с моим приходом там все начало меняться, потому что они понимали, что... Информация расходится. Информация расходится. И, ну, ясно, что все это, если до этого по стандартам должно было быть, значит, ее не было, потому что воровала администрация. В первой зоне тоже, мне начальник зоны Шевчук жаловался. Начальник зоны жаловался вам? Он мне говорил, ну, слушай, я сюда пришел, начальником стал, у меня каждый месяц нужно по 2000 долларов отдавать вверх, а теперь как я отдам? Ты поставил контроль сахара, я тут не могу утащить, еду не могу утащить, потому что я поставил весы, поставил контролеров. Там. А как вы поставили? Ну, там, ну, как потребовали, и там, ну, как на кухне всегда есть весы. Угу. Потом сахар приходит, мы взвешиваем, там, столько-то килограмм нету. Хлеб норма такая-то, нету. Ну, мы, то есть не молчали, да? Да, мы там их администрацию зажали, он мне сказал, слушай, я теперь из своих денег отдаю, я же пришел сюда зарабатывать, а тут, получается, ты мне все перекрыл. Никакого бизнеса. Да, бизнеса нет, ничего нет. Я говорю, ну, что я могу сделать? Вот. Значит, не туда попал. Вот. И ясно, что когда я попал во вторую красную зону, все продукты, которые отсутствовали, они просто воровались, администрации продавались куда-то. Ничего не было. Вот. Ну и обычно правила были такие, что в 4 утра заключенный прекращает работу, в 6 утра, то есть им 2 часа давали спать, и в 6 утра там снова вставали. И эти были не люди, это были роботы, как сомнамбулы ходили. То есть они спали 2 часа? 2 часа в сутки, каждый день избиение, там яму роет человек, попал в яму, через 15 минут поднялся. И били сами же заключенные, активисты с красными повязками. Он поднимается, его бьют палкой. Били-били, потом спускается вниз, он опять копает, поднимаясь вверх, его опять бьют, и 2 часа в сутки. То есть полностью... Да, то есть фактически это концлагерь, там, где постоянные пытки. Один взгляд в сторону забора, это называется попытка к бегству, подготовка к бегству. Тебе здесь нашивку вешают, это значит на языке этой системы говорит «склонный к побегу». Склонный побегу, это что значит? Каждые 2 часа ты должен ходить, отмечаться дежурному помощнику начальной колонии, как называли ДПНК, и говорит, я такой-то не убежал здесь. Вот. Но днем это ладно,
А человек ночью ложится спать, например, это уже 2 часа в сутки, если спит, ладно. Когда потом уже нормальный режим ввели, каждые 2 часа приходит, его поднимают, он идет просписывается, потом ложится спать, его опять поднимают, и так каждые 2 часа. Вот. Это вот таким получается, образом. С вашим приходом они потом ввели с моим приходом, нормальный режим сна, получается? Не сразу. Ну вот я буквально первые дни на моих глазах 2 человека погибли. Один повесился на майке в туалете от вот, безысходности, от этих пыток. Просто на майке повесился. Вот. И начальник зоны мне Ахметов он так объяснял. Понимаешь? Мы тебя вот... У вас были какие-то личные встречи? Нет, да? Он, ну, для него был интересен. Там спецзаключенные все время звонят из Астаны, там все время внимание. И он, значит, со мной проводил беседу. И говорю, слушай, твоя жизнь для нас вообще ничего не стоит. Нам вот матрас сложно списать, потому что матрас, чтобы списать, это комиссия, это акт, это все, покажи этот матрас, там, где он порвался и так далее, такая проблема. Человека списать это вообще не вопрос. Мы вот скажем, попытка к бегству. Или тебя возьмут зэки там вверх бросить несколько раз на плацу. Ты инвалидом стал. Или там пытался якобы убежать, мы тебя там подвесили, там застрелили и сказали при попытке бегству через стенку. Это была образцово-показательная зона, была специально сделана. Как со мной один сидел человек, общий стаж у него был 23 года. Он сидел практически во всех самых страшных тюрьмах Советского Союза. И я у него спросил, слушай, а эта тюрьма какая, на твой взгляд? Он говорит, те были лютые, а это, говорит, спецлютые. Я, говорит, такого никогда не видел. Вот. Ну и в связи с тем, что как-то мне, опять же, даже в тех условиях удавалось как-то с людьми работать, и была серия выступлений, протесты, самопорезы людей, потом депутаты наезжали. Условия начали быстро меняться. Там воды у нас не было, вода появилась. Там люди, если утром не побреются, дают один станок на 50 человек. Там спит, не спит, никого не волнует. Если ты не побритый, там тебя отводят, бьют. А воды нету, это твои проблемы. Мало что воды нету. Воды нет никакой. Вот это твои проблемы, бьют. Не так посмотрел. Значит, укладывают человека и говорят, ползи. Он ползет, и в это время его дубинки бьют по голове, по шее, он окровавленный, ползает. Или дальше развлекались, там небольшая комната, все забежали туда, там 120 человек. Ну, максимум может зайти, там, я не знаю, если плотно забиться, там, не знаю, 50 человек. Залезают туда 120, все, друг на друга вот так штабелями ложатся. Кто не успел, его вытаскивают, бьют, ломают руки, ноги и так далее. Вот это все это время было такое, потом, скажем, меня, как они избивали, тоже создали ситуацию. Меня там группа активистов окружила. Значит, сначала избивали заключенных, ставили на колени, их били, ломали руки, ноги. И они и говорили, вот это все за Мухтар Кабулыча. И все хором говорили, Мухтар Кабулыч, спаси нас. Умоляли там. Вот. Затем у меня очки они снимают, все нежно, аккуратно. Вот. Ну, человека там как бы распяли. Бьют ногами и там еще чем-то так, чтобы не было следов. Ну, явных следов не было. Ну, поэтому черно так, тело потом просто чернеет полностью. А потом берут за ноги, подбрасывают в воздух, ты падаешь, потом и кидает. Фактически ты теряешь способность двигаться. Вот. У меня был достаточно длительный период в зоне, когда я не был в состоянии даже ходить. Просто даже с кровати встать было невозможно. Я двигался ползком. Параллельно шел процесс переговоров. Приезжали сотрудники Комитета национальной безопасности, специально оборудовали помещение. А кто приезжал, если вот... А приезжали там все высокопоставленные лица, включая председателя Комитета национальной безопасности. 8 мая 2003 года, когда уже договоренности все состоялись, приезжал представитель Комитета Нартай Дудбаев. И, значит, это была последняя встреча перед выходом на волю. А вы с каким настроением вот решили, что вы будете делать, как вы для себя это... Знаете как, на самом деле у меня было в жизни два, вот в этом в тот период жизни ключевых решений. Первое – сесть в тюрьму, второе – выйти. И оба раза нужно было принять решение. Я могу сказать, что когда я принимал решение, что я добровольно сажусь в тюрьму, она мне давалась сложно, но это, скажем, я это решение принял относительно безболезненно. Но решение выйти из тюрьмы путем переговоров для меня это было более сложное. Я испытывал такие страдания, огромные страдания. Я понимал, что если я это не сделаю, я все равно здесь погибну. И моя жизнь, я считал, будет
ну, вот в этой условии будет бессмысленно, и моя смерть будет бессмысленна. Поэтому, когда я принимал решение выйти из тюрьмы, она для меня была более сложным в части принятия решения, более мучительным, более трудным. То есть, казалось бы, да, ты принимаешь решение и быстро выходишь из тюрьмы. А для меня это, я понимал, что это издержки, будет обвинение, что я предал политическую оппозицию, что я оказался непоследовательным, что, собственно, дальше и было, да. Но я считаю, что я принял правильное решение, и время показало, подтвердило это. Поэтому, как ни странно, выйти из тюрьмы сложнее, чем сесть. Я считаю, что в тот момент я принял для себя ключевое решение. Я считаю, что я вырос в этой стране, я гражданин Казахстана, и я считаю, что существующий режим несправедливый, он мучает людей, он не дает будущего нации, он не дает будущего стране. И я для себя понял, что я должен выйти и изменить этот режим. И ты, когда это решение принимаешь, и ты понимаешь, какие шаги ты должен преодолеть ради этой цели, ты готов на любые страдания, какого это ни было, морального или физического воздействия, любые. И поэтому во второй зоне я уже был полон решимости выйти из зоны для того, чтобы бороться с режимом. И все, что я не делал далее, я делал бизнес, я зарабатывал деньги, я поддерживал скрытные тайны оппозиции, теперь я это могу сказать, но я делал долг для того, что и буду делать, для того, чтобы изменить режим, и чтобы страна изменилась, и у страны было будущее. Я буду за это бороться всегда. Спасибо, Мухтар Кабылович.